расскажу о герое Советского Союза, о нашем земляке, партизане Бумашкове Тихоне Пименовиче. Он родился 29 июня 1910 года в поселке Свиягино Дальнереченского района. По окончании гражданской войны на Дальнем Востоке он переехал в Беларусь. Почти в центре белорусского Полесья есть поселок Октябрьский. И именно там зародились первые партизанские отряды. 22 июня 1941 года Бумашков, как первый секретарь райкома партии, объявил партийцам о том, что Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Вскоре Тихон Бумашков и его товарищ Федор Павловский создали первый партизанский отряд «Красный Октябрь». В августе 1941 года Бумашков был отозван в Красную Армию на Юго-Западный фронт начальником политотдела кавалерийской группы. Вскоре его соединение попало в окружение. 1 декабря 1941 года Бумашков пал смертью храбрых. Навечно в нашей памяти имена героев, ушедших в бессмертие. Герой Советского Союза Тихон Бумашков ценой своей жизни приблизил великую победу.